Волна мошенничества, связанного с недвижимостью, в последние несколько лет прокатилась по России. Дошла она и до Астраханской области. Мы посмотрели квартиру, то есть вот это все внушало доверие. Здесь даже само составление договора, ну... Мы пошли просто сразу писать в прокуратуру и в Следственный комитет заявление. Вопрос, почему? Не было возбуждено уголовное дело по этому поводу. То есть прошло время, обязательство, вы верните мои деньги. Что заставило астраханцев отдать свои квартиры аферистам? Осторожно, мошенники, тема этого выпуска.